Мощный такой вот у нас тачка. Ух ты, нифига она как. Какая она резкая. Ага, поехали. Это вот почему такой звук идет? Это она стреляет таким способом? Ну, карта почему-то очень-очень короткая. За одну секунду мы проезжаем. Буквально-таки. Пару секундочек. Ну, вот такая вот машинка прокачанная у нас. Сейчас мы этой машинкой пройдем всю игрушку. Есть, и победа. Давайте, ребяточки, все-таки пройдем 15 уровень. 15 уровень Double Impossible Mega Ramp игрушка. Выбираем, значит, берем синий автомобиль. Садимся в машинку. И сейчас мы поедем. Так, давайте немножко назад зададим. Давай, едь. Во! Все, теперь вперед. Вперед из песни. Давай, поехали. Так, смотри. Молоточек. Аккуратненько мы сейчас вот здесь с краешку проедем. Он нам ничего не сделает. Опа, видал? Видал, как можно было? Я не знал. Так, забираем звезду. Оп, нифига. Как нам повезло, что здесь стоит блокиратор. А так мы бы опять провалились бы с вами, ребята, в пропасть. Так, а вот эти штуки опасные. Кстати, я в прошлый раз здесь застрял. И еще и зависла игрушка. Да. Оп, проехали. Хорошо. 15 уровень, ребята, 15 уровень. Последний уровень мы проезжаем. Так, вторую звезду мы заберем. Так, молоточек нам не страшен. Мы здесь проедем спокойненько. Никому не мешая. Так, разворачиваемся. И здесь у нас две крутилки. Так, проедем. Так, проедем быстренько. Она нам ничего не сделает. Так, а здесь у нас крутой поворот такой. Опа, хорошо. Так, третья звезда. И у нас будет много денег. Я думаю, $1000 нам заплатят за это прохождение. Крутилочка. Давай, хватит крутиться здесь. Я бы анимацию крутилки увеличил бы. Да, процентов на 75. Так, все, проехали. Прошли уровень. И мы с вами, ребята, получается, прошли все уровни. Все 15 уровней. Да, мы их все разблокировали и все заработали. И у нас, смотри, звезды везде. А, нет, вот на 10 уровне мы не смогли 2 звезды взять. Знаешь почему? Потому что они звезды сделали в пропасти. Да, они были в пропасти, реально в пропасти. Так, режим карьеры мы прошли. Давай попробуем свободный бродяга. Я не знаю, что это за уровень. Я ни разу не играл в свободный бродяга. Так, а ну-ка, посмотрим. Давайте сядем на машинку, вот эту синенькую, и посмотрим, что это за уровень такой, бродяга. Садимся мы прямо здесь и едем, да? Как они сделали, интересно. Вау, это рампа какая-то. Большая-большая рампа. Ох, нифига, это интересно, слушай. Это очень интересно. Ой, что будет сейчас? Что сейчас будет? Оу, смотрите, фейерверк. Красивый. Тихо, нас колбасит. Надо выровняться. В смысле? Алло, ты чего? Машинка вонючая. Давай едь нормально. Ё-моё. Может этот... Давай немножко сбавлю обороты. На тормоз нажму. Ну тормоз не помогает вообще никак. Ох, нифига. Какая огромная рампа. В смысле? Алло. Нас развернуло, раскрутило. Так, ладно, едем. О, здесь мы на ускорение пойдем. Нифига, мы прям в город. Говорит дядечка. Ну сейчас тебе будет Е. Сейчас ты шлепнешься, а поезд. Так, нифига, удивительный. 500 бесплатных наличных, спасибо, не надо. Ну, прикольно. Денег дали 750. Нифига, круто, офигенно. Офигенная игрушка. Все, едем. Поехали. На максималочке. О, поворотики какие. Так, здесь нужно аккуратно. Опа, на тебе. Так, эти мне нужно собрать. Так, ускорение включаем. Первое. Ух ты, ё-моё. Тихо.
Так, дождь у нас, да? Фигарит. Как мощно. Так, ускорение второе. Так, последнее ускорение осталось. Ух ты, как я врезался-то, а? И третье ускорение, последнее. Да ёлки-палки, почему я все врезаюсь-то? Трасса сложная, потому что очень много поворотов. Вот, видишь, я этим чувакам помогаю выиграть. Да что ты будешь делать? Тут еще, походу, нужно собирать бензинчик, потому что он мне кончится скоро. А, скоро кончится бензин, да. Печаль. Мало топлива. Да-да-да-да-да-да. Я знаю. А где у нас топливо было? Где-то здесь же, да, было топливо? Офигеть, так я первым не приеду. А, вот топливо есть. Собрали топливо. Десятым еду, да? Ну нафиг. Так, ну и что ж, последний круг. Да ты что, и кончилось топливо? Да ё-моё. Так, а, вон, видно у нас где заправка. Ну хорошо. Так, все собрали жетоны. И скоро доедем за топливом. Не знаю, надеюсь, хватит. Надеюсь, хватит топлива доехать. А, вот, оно здесь получается бесконечное, это топливо. Ну все, четвертый круг. Вот и приехали. Приехали мы всего лишь десятыми. Очень печально. Итого в наличии мы имеем $388. Приобрести мы можем с вами ускоритель. Да. Мне понравился, кстати, ускоритель. Неплохо такой. Неплохо, совсем неплохо. Нормально держим скорость. Вот. А вот скорость стрельбы надо увеличивать, потому что это никуда не годится. Они нас тормозят, эти коробки. Эти коробки нас конкретно тормозят. Да, чуть-чуть доехали. Чуть-чуть больше. Прям такие нормально-таки больше. Бензик. Почему не купить бензик? Он же недорого стоит. О! Вот это скорость, вот это я понимаю, мы, ребята, с вами ускорились. Так, нормально, нормально. Да, без нормального автомата у нас ничего не получится. Все, копим деньги на автомат. Хоть уже получше стреляет, но все равно. Можно еще быстрее. О, ускорителя нету. Ну, смотри, мы уже полпути проехали с вами, ребята. Да, нужно нам. Конкретно нужен нам этот самый автомат. Сколько он там стоит? 800? Не хватает. Не хватает. А хватает только нам на движок. Ладно, не будем тратить деньги. Все, раз мы решили автомат, пулемет с вами улучшать, тогда будем улучшать пулемет. По-другому никак. Не получится. Давай, скорость. Во! Хорошо! Сейчас мы проедем с вами, ребята. На такой нашей лодочке. Сколько зомбарей здесь? А как они по воде ходят? Алло. О, $500. Хорошо. Так, ну что тут можно еще? Так, крутилку мы эту использовали уже. Давайте что-нибудь другое посмотрим. Так, сейчас посмотрим, что у меня есть. А, вот ножичек. Я не знаю, что он делает, ножичек этот. А, ну он просто крутит, да? Фигня, короче. Нам постоянно предлагают смотреть рекламу. Она бесконечная в этой игре. Просто-напросто бесконечная реклама. Что бы я ни нажал, постоянно вылетает эта реклама. Продолжаем играть в нашем мотобайке, едем. Ух ты, ооо, хорошо, что я этот самый не разбился, нормально. Так, здесь проедем, ух ты, ё-моё, фига, спуск какой огромный. Так, какая-то палочка взрывается, и мы
попадаем прямо в эти самые штуки. Шипы. Ладно, еще раз. Попытка номер 5. Опа. Оу, флип. Сделали мы флип. И проехали. Здесь тоже сделаем флипик. Есть. Ух ты, тихо, по голове мне не ударьте. Бочки, такие вот бочки большие. О, мне эта бочка мешает подняться, слушай, что же делать-то, а? А ну-ка, тихо. Едем, прям с бочкой. Давай. Опа, хорошо. Есть. Так, сейчас будем подниматься. В гору. Есть, хорошо сделали. Так, флип готов. О, нифига, что это такое вообще, алло. Замечательно проехали. Так, ух ты, все, победа. Ну что, ребята, давайте поиграем в танки. И я выбираю атаку в пустыне. С нашим титанчиком поедем. Мы его улучшили в прошлой серии. Но он у меня должен быть помощнее. Мощнецкий такой. Опа, первый враг. Тихо, мимо. Да что ты будешь делать? Попасть тебя не могу. Есть попадание. Так, где у нас тут вертолетчики? Нет, в начале вертолетчиков обычно может и не быть. Надо будет немножко проехать, тогда они появляются. О, какой ты мощный! Почему я тебя не пробил, слушай, а сразу? Хотя танк-то я свой улучшил. По идее, я с первого удара уничтожаю. Но что-то они сделали, я не знаю, разработчики. Что я не могу уничтожить, прикинь? Да. Смотри, с первого раза они мне не получается уничтожать. И маленький, может, уничтожил. Так, тихо. Не, нифига, я же... Подожди. В прошлой серии, когда я улучшил характеристики танка, я все вот эти танки с первого удара уничтожал. Вот типа как сейчас. А сейчас я что-то... С первого... А, нет, ну давай посмотрим. Ну, вроде бы уничтожил. А, мимо. Тихо, давай назад отъедем. Так, один есть. Второй. Так, вертолетчик летит. Как же вертолетчик, я в тебя стрельну, слушай. Тихо. Если ты мне не даешь это сделать. Ё-моё, смотри, все, отстреляли. Отстреляли меня по полной. Вот так вот. Вот тебе и улучшение за деньги танки, да? Танк за деньги улучшили. А нифига. Давайте еще раз попробуем. Давайте выберем огнемет. Вот это. Давайте мы Феникс улучшим. Есть. Попробуем на Фениксе. С огнемета. Пострелять. О, сколько огня. Так, давай, поджигайтесь. Поджигайтесь, ребятушки. Есть, готов один. Так, второй. И второй готов. А как здесь поджигать вертолетчиков, я не знаю, сверху. Нет, все, загорелся и взорвался. Хорошо. Так, ребятушки, вам огонька не надо? Я немножечко дам огонька. Так, поджарю тебя. Не особо он жарит, конечно, смотри. Приходится долго стоять, жарить. Он меня чуть ли не два раза успевает стрелять. Да, и огонь какой-то такой, знаешь, куда-то уходит. Непонятно куда. Давайте ракетки я запущу на вас. О, нифига, резко меня уничтожили. Ну что ж, ладненько. С танки поиграли. Давайте в следующую игру поиграем.